Доброго дня! У нас сьогодні чергова зустріч із кандидатом на посаду міського голови Полтави. Знайомтесь, Віктор Костюченко. Найперше питання, воно є банальним, завжди його ставлю. Чому вирішили, чому прийняли таке рішення йти в мери Полтави? Я вам признаюсь чесно, до вступления в партию 5-10 мне вообще интересно, уже почти не интересовала даже уже Украина. Почему? Потому что я понял, что здесь невозможно, скажем, заниматься предпринимательской деятельностью. Но потом, скажем, ознакомившись, допустим, с программой 5-10, я понял, что можно поменять эту территорию и сделать ее благодатной, наиболее благодатной даже в мире. То есть мы ставим вопрос так. Если мы, допустим, будем, скажем, обращать внимание на то, что нам предлагают другие, там, может, будем их назвать оппонентами, то вы обратите внимание, что вам ничего никто радикального там не предлагает. То есть вы нашли единомышленника, и у вас появилась надежда, что в этой стране можно что-то изменить, да? А на чем это будет базироваться? Может, есть какие-то принципы, какие-то вещи такие фактические, чтобы людям это рассказать? Да. Основной посыл партии 5-10 – это государство вон из экономики. То есть государство ни в коем случае не должно принимать какие-то там, скажем, распределения, перераспределением, скажем, наших благ. То есть решать за нас, скажем, что делать, куда инвестировать. То есть что нам сейчас предлагает, допустим, правительство? Давайте занимайтесь аграрным сектором. Мы прекрасно понимаем, что в Америке, допустим, занят 1% населения всего лишь, и Америка является лидером среди экспортеров сельскохозяйственной продукции. Возьмите наш рынок, посмотрите. То есть предприятие 40% нашего населения, 40% живет в сельской местности. Это мы имеем право предполагать, что как раз эти 40% населения и занимаются этим сельским хозяйством. То есть, представляете, 1% в Америке и 40% у нас. То есть, по сути, нам предлагают стать банановой страной. То есть, мы сами понимаем, что страны с таким развитием, скажем, они вообще как бы в мире не ликвидными считаются. То есть, это слабо развитые страны, которые занимаются там каким-то какао-бобами, там кто-то каучук выращивает, кто-то в прямом смысле бананы, кто-то цитрусы. То есть, это, скажем, я думаю, это не должно устраивать население, которое, допустим, даже относительно мировых цифр говорит о том, что у нас 76% населения имеет высшее образование, и мы в десятке, скажем, образованных людей мира. Но почему же мы так живем? Подождите, это такой вопрос, который не решается на должности, то есть это не в компетенции мэра города, да, правильно? Мы за мэра сейчас не говорим, мы же говорим за концепцию. Нет, мы говорим за концепцию. То есть вы хотите за объяснить? Да, за концепцию. В общем. А почему пошли мы на местные выборы, это объяснять просто. Значит, я вам просто пример приведу. На днях мы пробовали провести агитацию, да, возле, допустим, ТРЦ Киев. Нас просто вежливо попросили оттуда убраться. То есть, понимаете, не имея власти. А кто попросил? Охрана вышла, они предупредили, потом, там, допустим, вызвали начальника охраны, потому что тот вышел уже с рацией там в костюме. Почему? Это вы были в общественном месте? Они, скорее всего, считают, что, допустим, прилегла территория. Это на территории. Не на территории, она была, допустим, напротив вообще крыльца. Вот вход в него, а мы были там как бы под. Заборчик. Мы просто хотели пообщаться с людьми. Да, то есть нас просто убрали. Мы переехали там. Скажем, ничего там такого страшного не произошло, там ничего у нас там не было, никаких там конфликтных там ситуаций не назревало. Просто само отношение людей. Вы понимаете, когда мы говорим, допустим, ребята, 5-10, и это единственная модель, которая она сделает мгновенно, допустим, интересными миру, привлекательными. Потому что мы миру. То есть привлекательными миру, да. Тереми мир нужно и привлекать, да, чтобы привлекать что-то. Что-то, да. Абсолютно верно. То есть тут же мы не говорим, то есть сама система 5-10, это как бы она идеальна для нас. Почему 5-10? Это два налога. 5% с продажи, 10% социального. 5% с проданного, допустим, от товара или оказанной услуги, 10% социального – это заработная плата. То есть почти как бы простую такую схему. Да, вот представьте себе, эти налоги проходят в автоматическом режиме. Вот как вы видите свои 20% НДС в каждом чеке.
Ну, как смотрите? Ну, да, да. То есть простота ведения, вдумайтесь, 5% и 10%. Все, больше ничего. Если они тоже проходят в автоматическом режиме, вы представляете, насколько мы упрощаем нашу, ну, нашу жизнь, грубо говоря. Мы убираем налоговую этим самым. Правильно? Абсолютно убираем. Мы выводим из тени теневые деньги. Да, у нас же мы согласны, что у нас, в принципе, наш теневой бюджет он выше, чем, допустим, наш валовый, правильно? Чем наш ВВП. Это уже доказано. Ты не очень в этом разбираешься, конечно. Ну, хорошо, даже, допустим, 3,3 триллиарда гривен, это тоже теневой товарооборот. Ну, просто товар, то есть завозится, кто-то продает через интернет, там, допустим, какие-то сети там. То есть есть еще и теневой. Вот эта простота ведения вот этого бизнеса, то есть вот это вот. Упрощение понятно для всех, да? Абсолютно. Чтобы... То есть вам не надо ни бумаги. Таким образом, даже будет тяжело кого-то там обмануть, если вот человек такой... Совершенно верно. То есть, да, вот мне задают вопрос там, а вот если вот всегда предприниматель будет ему интересно, допустим, там, сэкономить, не заплатить, вот, допустим, говорит, я продаю дом, а человек мне скажет, да давай не заплатить. В любом случае ему нужен будет документ, в котором он подтверждает, что он купил, правильно? Что оно его. И в любом случае он не будет, ему неинтересно прятать эти 5%. И это настолько, в принципе, уже будет неважно. Почему? Потому что вы спросите предпринимателя, сколько они платят за обнал. То есть уже цифра взлетела до 15%. Наш предприниматель, он в принципе, ну, вы же сами понимаете, как у нас называют предприниматели, слово барыга. Если вы возьмете, откуда оно взялось, это взялось из какого-то воровского сленга. То есть мы, если открываем и считаем, это скупщик краденого. Ну так вот называют, да? И, естественно, с нами никто не считается. Наши интересы не представлены в парламенте ни одним депутатом. Ни один депутат, который находится там, я думаю, не проходил путь становления. Ага, но я вас перебью. Все-таки в парламенте ваши интересы не представлены, и вот вы победите на выборах мэра. Что вы сможете сделать? Это просто какой-то будет маленький шаг. Это даст нам возможность доносить, во-первых, идею людям. Почему? Потому что, вы же согласитесь с нами, у многих людей еще совок в голове есть. Да, ну не у многих, а очень многих. Ну и вот смотрите, как получается. Вот человек, допустим, у человека головной мозг разделен на левое и правое полушарие. То есть это как инь-янь, которые отвечают за одно за добро, другое, допустим, на зло. И они постоянно, допустим, мы что-то оцениваем. Ну, то есть, и как правило, люди же еще и достают познания какие, которые отложены были там на полочках. То есть у него есть одно понимание этой ситуации, он ее не понимает, что, допустим, мир глобальный, но он меняется, да, правильно? То есть вы сами понимаете, у нас когда-то была статья в Уголовном кодексе, допустим, за мужеложество, да, допустим. Теперь, допустим, у нас Порошенко, допустим, может даже президент здороваться с гомосеками, да, и мы им разрешаем парады проводить. У многих это не укладывается в голове. Как это так? То есть мы говорим, что есть люди, которые достают вот эти свои там, скажем, понимания откуда-то с каких-то давних этих базисов, и они, допустим, не понимают, как так это, как так убрать все, как это без налогов, как это без контролеров, как это без распределителей, инспекторов. То есть и заурегулировали себя до того, что, в принципе, и по сей день многие считают, что что-то надо перераспределить, там отобрать, сюда дать, а вот саму модель, концепцию, они не понимают, что как сделать себя интересным миру. А почему? Вот скажите, на ваш взгляд, это просто так выгодно, да, наверное? То есть так выгодно делать какие-то схемы или вот почему смотрите, настолько... Вот согласитесь со мной, все у нас проблема из-за государства. То есть от тех, кто сидит наверху, власти имущими, да, имущие, они, их щупальца, это их желание так жить. То есть те, кто присосался к кормушкам, кто присосался к бюджетам, они не будут ничего менять. 5-10, вот поверьте, в самом деле, 5-10 невыгодно только дуракам и коррупционерам. Все. Кто вам скажет из здравомыслящих, что это плохо, отправьте его просто в дурдом. Ну вот тогда давайте, если вы победите на выборах. Давайте я вам еще перечислю прелести этой модели. Смотрите. Мы говорим о том, что... Просто интересно, как вот вы будете реализовать. Я так услышала основные услышания. Вам же, допустим, надо узнать мои идеи, ну, допустим, мою идею. Первые шаги, да, мне интересно, как вы будете на должности мэра города это все воплощать. То есть в чем позитив для полтавчан будет тогда? Значит, если мы говорим о том, что партия 5-10, это либертарианская партия.
Это люди, которые вообще не терпят власти над собой. Мы же рождены свободными людьми, правильно? Власть сама по себе порочна, согласитесь. Согласна. Ну порочна она порочна во всем. Мы убиваем друг друга. Порочно? Гражданская война порочна. Мы хотели у людей, допустим, Днепропетровска прийти убить людей Харькова или Донецка, или люди Киевская громада. Порочно, и вы идете во власть. Чтобы ее уничтожить. Так мы идем во власть. Не ради власти. Не ради власти. Значит, смотрите, что мы собираемся реализовать здесь. Ну, скажем, да, на местном уровне. Чтобы значит, ОСББ надо? Надо. Ой, давно? Я не знаю. Вы что, понимаете, что у нас много проблем в ЖКХ? Воровство того. И там, в принципе, это все уже практически не подконтрольно народу. Там еще там Тимошенко пытается там как бы озвучить. Но все мы прекрасно понимаем, что это наша газовая принцесса. И, естественно, там она ищет свои интересы. Там интересы народа, они там, в принципе, вы сами понимаете, они где-то там, на заднем плане. Вот. Ну, ОСББ вы назвали, да? То есть вы будете активно... Мусороперерабатывающий завод. Ну, вернее, это уже долгие годы у нас тянется. Да. Вот, да, а вы задайтесь вопросом, почему? Потому что, ответить, да, почему? А потому что можно просто поставить, допустим, в ту же Макуховку, там, поставить от города какого-то ответственного или старшего там, да, над ними, там, нанимать каких-то бомжей, которые собирают эти пластики отдельно, бумажки, там, и, допустим, что-то иметь малое. Да? А этому, допустим, кто этим руководит, ну, что-то будет иметь там, больше, чем они все. Естественно, там уже дальше переходит, там, скажем, этот трафик денежный там, как-то наверхи. И все как бы эта модель как устраивает. А почему вам не захочется иметь что-то из этой модели? Вы уверены, что... Вот смотрите, мы говорим о том, что как мы выглядим. Вот я вам расскажу, как я представляю себе этот завод. Во-первых, вот он переработки мусора как таковой уже нет. Сейчас весь мусор, он сортируется. Да. Абсолютно весь. Я знаю, что инвесторов в Европе, было очень много. Да, в Европе тонна мусора стоит 300 евро. То есть его сортируют. То есть что нам надо сейчас? Чтобы инвестор привез этот завод. Модуль этот, чтобы он его построил. И нам еще в Полтаве здесь создал все условия для того, чтобы у нас была культура, ну скажем, выбрасывать, да, и допустим из... Ну культура это ж... Культура я имею в виду... Как этого достичь? Это он тоже должен... Тоже должен быть это, это мы, как, допустим, представители громады, должны его попросить, допустим, пусть это иностранец будет, пусть это наш инвестор, нам вообще все равно. Но главное, чтобы человек, допустим, завязал на себе эти наши проблемы. То есть поставил эти мусорные бачки. То есть, стояли вот эти для бутылок, для всяких, как-то люди все равно. Мы же о чем мы говорим? Чтобы он этим занимался. Он этим занимался. То есть пускай он эти бачки подписывает. Так это что, стоять и смотреть? Не. Это делается. То есть, если бачки стоят в аккуратном месте, да, то есть. Окультуренное все, да, допустим. То есть взять под контроль этот участок, когда люди просто... Не методом каких-то принуждений. Это все должно быть очень делать... Вы знаете, как я скажу, я первый магазин свой открывал, у меня витринное стекло начиналось, в принципе, с 20 сантиметров от пола, двойное остекление, да. И мне даже производитель этого провора был, они говорят, ну такие рамы, говорят, мы еще не делаем, потому что тебе их разобьют. А рядом, допустим, был магазин, в который приезжают люди на велосипедах. Естественно, я тоже срисовал такую картинку, когда возьмет кто-то поставит этот велосипед к этой витрине, допустим, и руль может там нанести ущерб, ну, разбить, допустим. Представляете, на самом деле все не так произошло. На самом деле эти колеса, вот, они стучат в его магазин, да, куда-нибудь. У него разбиваются витрины. Когда они видят большое красивое стекло, у человека, скажем, вызывается такое, знаете, как бы опасение того, что может что-то случиться, когда он видит стекло большого формата. То есть нужно не бояться людям предлагать вот такие... Людям просто надо красиво это преподнести. Понимаете, когда, допустим, человек складывает красиво сложенные газеты, да, выброшенные, да, макулатура, она в каком-то контейнере, она хорошо выглядит сложно, человек возьмет свою пачку газет, доложит. Ну я поняла, это тоже элемент организации, естественно, и с тем же мусором тоже. Естественно, мы почему говорим, мы на него возложим эту функцию. Это он себе упрощает задачи, да, допустим, потом он сортирует этот мусор в дальнейшем. То есть ему выгодно даже, да? Это 100%. Ему мы можем просто предложить как бы еще, ну,
помощь в чем, допустим, там, то есть создать какие-то промо-ролики, да, допустим, о том, показывать, какие есть невежественные люди, которые, допустим, там это, ну, с каким-то сарказмом это преподносить, что, допустим, было уже, ну, не, люди понимали, в чем состоит эта культура на самом деле. Не просто, ну, же как люди, если у тебя мусорка во дворе, то есть в квартире полная, значит, ты не культурный. А вот если ты эту полную мусорку взял с окна, вывалил, то уже у тебя дома чисто, как бы, ты культурный. А то, что там под окном, никто уже никого не волнует. То есть это одна, это один момент. Но я не услышала, почему вам невыгодно будет вот так же, как и сейчас, и предыдущая власть там. Невыгодно будет что-то иметь с этой мусорки лучше, чем вот этот вот завод. Смотрите, представьте себе, приезжает этот инвестор, любого вы возьмете, да? Вот приезжает человек и говорит, мы решаем ваши проблемы. А я говорю, допустим, ну все хорошо, только давайте нам еще какие-то там доли, да, или там заинтересуйте нас, как любят говорить, да, так еще не двусмысленно улыбаясь там. Вот если мы говорим, что мы либертарианцы, мы власти над собой никакой не держим, то есть не терпим, мы в продолжение этого, представьте себе, что это все, вообще вот этот мусорный, да, вот сектор мы возьмем, да, он вообще к нам, не, по сути, не будет никак, ну, не то, что принадлежать, даже зависеть от нас не должен. То есть это отдельная отрасль, как, допустим, вот у вас... Отдать? Да, вот как, это все в частных руках должно быть. Абсолютно все в частных руках. Ремонт дороги. Держава должна туда вмешиваться только так. Контроль качества. Контроль за гарантием качества. И, естественно, мы им еще должны... Так это же формирование бюджета, тогда получается... А где деньги? А у СББ это тоже все частно. Вот дома будут, люди владельцы сами, они коллективно за него отвечают. Ну это как, вы как, о децентрализации как, говорите, да, в общем-то? Да. Ну децентрализацию, допустим, что касается вот на нашем уровне, мы еще радикальнее смотрим, ну, по-другому. Ага. То есть вот это так, эти принципы, мы... да, все полномочия передать вниз. Абсолютно и верно. Деньги. Дальше. Если мы говорим, почему у нас вообще получаются проблемы, когда, допустим, принимается решение какое-то, да, властью, и в то же время непонимание народа происходит. Ну, происходит же такое. Еще как. Да, и постоянно. То есть мы говорим о том, чтобы не ошибаться впредь так, чтобы, допустим, не взваливать ответственность за ошибки, мы это все делаем с народом. То есть мы встречаемся в любом общественном месте. Мы постоянно мониторим запрос, мы постоянно открыты. Нам не нужно, по сути, даже, может быть, и здание этого мисс-выконкома. Сейчас средства мобильной связи позволяют общаться в режиме конференций. Ну, вы сами понимаете, что это не принципиально. То есть у вас такие демократичные... Вот смотрите, мы говорим, по-другому. Вот смотрите, у нас, к примеру, есть, допустим, национальный, по сути, такой бренд, да, как «Полтавская битва». Правильно? Ну, есть такой. Почему из него не сделать какой-то девайс, на который можно приглашать мир? Ну, это же о туризме, да, вы говорите? Да. А у нас другого. То есть Полтава, она какой потенциал, на ваш взгляд? То есть это экономика? Много отраслей у нас, туризм. Да. И тут же аграрный сектор. Это, ну, как бы мы говорим за город. Туризм тоже по тому же принципу. Почему он интересен? Давайте вспомним. Смотрите, мы сюда людей же не привезем, допустим, пригласим шведов показать, допустим, у нас вкусные рестораны. Они приедут сюда? Нет. Почему? Они приезжают тут на годовщину. Ну, смотрите. Там очень чтят, вот это они помнят. Да. А как сделать, чтобы эти шведы приехали на следующий год и еще привезли двоих? Развитие. Как? Вы представляете, это насколько, как планка должна быть? Как? Вот именно как, вот именно только так, вот именно такую у нас задача ставить. А так, если получается, как бы фастфуда мы их сюда не заманим, да, рестораны, я думаю, у них покруче есть, тем более это морская держава, у них морепродукты, я думаю, поярче, чем у нас. Наши тут эти все там заморозки, всякие там питания. Да, получается, значит, как и в прошлом времени говорили, да, допустим, люди требуют хлеба и зрелищ. Вот этот народ мы уже как бы едой не удивим, в принципе, да, скандинавов. А вот, допустим, зрелище надо продать им. Продать им же их эмоции. Вот это было бы хорошо. То есть в продолжение этому еще будет американская горка, у нас проект есть. Ну, это тоже должна быть горка, поверьте мне, не просто как бы сделанная для, скажем, детей до школы, там вообще просто там как бы такое небольшое развлечение для детей Полтавской области. Мир.
Мы хотим мир увидеть. То есть это должна быть самая большая американская горка. Если посмотрите, ландшафт нам даже позволяет это. То есть у нас, допустим, стартовая площадка начинается в парке Победы. То есть мы делаем вертикальный подъем, потом у нас идет падение туда, в сторону Ставков, по Нижней Буинской, правильно? Потом район Кабачины, мы делаем там петли, возвращаемся назад. Но это должна быть горка самая большая в мире. То есть Полтава должна удивлять. Да, и это, да. И самое, поверьте мне, на такие проекты будут находиться и предприниматели, то есть инвесторы. Инвестиции. Да, и когда мы все открываем, делаем все открытым, публичным, мы, вот эти все проблемы, которые у нас, допустим, и, ну, мы считаем неразрешимыми, мы просто, допустим, когда отбираем у власти, они сами собой решаются. То есть, дальше я вам скажу, поднимать обязательно на вопрос следующий. Мы не должны децентрализацию воспринимать как, скажем, некое предложение сверху. Ну, допустим, то, что они нам разрешат. Если мы говорим, что они уже, допустим, ну, настолько опростоволосились и уже, ну, скажем, не представляют, ну, вообще, по сути, авторитета у своего населения, давайте задавать, ну, то есть, отвечать на это, как оно есть. То есть, и представляем сами, что она сама по себе власть, она, ну, чудовищна, можно даже так сказать. Почему? Потому что, ну, в нашей стране это так можно только назвать, когда у нас, по сути, происходит такой, ну, геноцид, да, если мы видим, что предприниматель уже не может заработать, и он берет автомат, идет контрактником, это у меня есть такой очевидный, ну, пример, то это, по сути, он берет автомат, он был в учебке, сейчас он на передовой, ну, я просто за этим всем смотрю, ну разве это не Сомали? Вы предприниматель, да? И самое интересно, что он будет стрелять, да, по приказу. Естественно, он убьет такого же, может быть, украинца, да? Ну, естественно, он его называет сепары, там еще как-то, да? Те, в свою очередь, там, на нас думают бандеровцы, то есть у каждого своя идеология. И та сторона думает, мы обманутые, а эти думают, мы обманутые. Но по большому-то счету, давайте, если посмотрим в суть правды, то я вам скажу, они, может быть, даже и правее. В чем? Они вам говорят, у вас у власти кто? Олигарх? Да. Вы жить стали лучше? Нет. У вас что-то поменялось? Нет. У вас из страны бегут. У нас ничего лучше не делается. У нас все проекты, что они там, какие-то там блеклые, они вообще просто там, это все фикция, это все на бумаге. То есть, ребята, давайте вещи называть своими именами. Давайте избавимся от этого, какая-то украинская ментальность, такая вот есть, говорит как-то, знаете, как-то двояко, вот как-то так, общаясь со своим народом, как с дебилами, понимаете? Вот согласитесь, нигде, не включая, вот где вы включите телевизор, ни на одном метровом канале, вы не увидите, чтобы кто-то вообще обсуждал проблему денег. Вот где их брать? Вот где их брать, допустим, вот я знаю, вот вы вот работаете, я не знаю, честно, ваши зарплаты, но я знаю, что вам ее не хватает все равно. То, что вы хотите себе приобрести, вам намного чего не хватает. Журналисты все вообще бедные. Так я вам, ну, давайте сейчас, все, конечно, мы сейчас можем остановить в центре, допустим, некий объем людей и просто попросить, люди, покажите честно, сколько у вас в кармане денег. Вот это будет очень знаково. То есть людей нужно учить. Да. Мы говорим о том, что 99%... Я вас правильно услышала. Вы говорите о децентрализации в общем-то. Да. То есть ваша такая позиция... Я еще не дошел. Децентрализацию мы должны понимать по-своему. И люди должны внизу это понять, активизироваться и быть инициативными, чтобы... Правильно. Влиять наверх. А чтобы их разбудить, для этого нам надо как-то войти в эти коридоры власти, по сути. Правильно? Чтобы оттуда можно было вещать и упрощать нашу жизнь. Все гениальное просто. В самом-то деле. Поверьте, я вам только что показал на примере, как мы избавляемся от налоговой. Вообще от налоговой структуры. Представляете, полиция, инспекция, всевозможных этих там, да? Вот этих драйверов, которые нам, по сути, только портят жизнь. Потом, так же самое мы смотрим и на таможню. Зачем нам, допустим, бороться с ней, если листая историю назад, вы увидите, очевидно, что пиратов сколько не резали, не четвертовали, контрабас, его нереально победить. Значит, убираем границы. Убираем таможни, то есть не границы, а таможни убираем, и делаем свободное прохождение товаров, капиталов, людей, услуг. Все это должно быть открыто. То есть страна должна быть презентативная, она должна быть очень интересной для мира. То есть давайте ставить задачи такие.
Вот мы говорим, проезжает, допустим, турист, да, увидел, проезжая Полтаву, там самая большая американская горка в мире, да, допустим. А он, может, и не катался и на малой даже, или на средней. А тут мир, понимаете, это же интересно, правильно? Мы даже не ставим во главу, то есть уже не, даже не будем считать тех, кто приедет, скажем, из нашей Украины, больших городов. То есть вся Украина может побывать здесь. Но главное сделать то, чтобы была приставка «самый». Тогда это будет интересно. Расскажите о себе. В общем-то, примерно понятно. Да? Слушайте, я вам еще не рассказал про саму децентрализацию. Mm-hmm. То есть, если мы говорим, что мы ставим вопрос, как мы хотим жить. Mm-hmm. И у нас сразу более четко просматривается картинка. То есть, зачем нам, допустим, школы должны там из центральных бюджетов финансироваться? Зачем нам это делать? Мы сами их оплатим. Больница, мы своего здравоохранения сидим. Но только мы вам дадим чуть-чуть уже, чуть-чуть туда наверх, потому что мы здесь внизу уже сами не доедаем. То есть надо на это все смотреть проще. Ну это вы говорите то, о чем сейчас говорят и там. Ну тоже. Да, это они просто говорят, а мы это сделаем. А вы знаете, как это примерно должно воплотиться? Они это же будут ждать на законодательном уровне, правильно? Сейчас вам Порошенко. Да, сейчас Порошенко Яценюк вам расскажет. И децентрализацию мы проводим. Они, как обычно, что-то прорегламентируют, потом что-то уберется, потом что-то сократится, потом оно преподнесется в какой-то форме, что потом надо будет смотреть на какое-то примечание, которое, допустим, вообще ничего не решает. Ну, то есть вы же знаете, как это пройдет децентрализация. Мы ее уже видим, она два года идет. Она два года идет, тотальное обнищение народа. Народ отсюда валит. То есть я-то реально понимаю, что. Почему я должна поверить вам? А я объясняю почему.